Inline Enterprises представляют. Большой босс 2. Продюсер Чан Цун Лунг. В фильме снимались Дракон Ли, Лио Йинг Хунг, Джеки Ченг, Ко Фэй, Боло Янцзе, То Вайхо. Второй режиссер Лим Фунг. Осветитель Су Куо Нсюнг. Оператор Фай Сунг. Монтажер Ю Санг. Режиссер фильма То Ло По. Спасибо вам за ваше пожертвование. Это все на благо нашей страны, Хан Сун. Когда ты уезжаешь? Очень скоро. Нашим товарищам по оружию нужны эти деньги, чтобы купить новое оружие. Ни в коем случае не потеряй этот список. Он жизненно важен для нашего общего дела. Плохие новости, Хан Сун. Япошки идут. Вам лучше идти, я их задержу. Нет, Хан Сун, ты уходи первым. Твое задание для нас жизненно важно. Чего ты ждешь, Хан Сун? Уходи немедленно. Ладно. Oh!
Взять его. Come on, this way. Пойдем сюда. Быстрее, залезай в мою тележку. Кто вы? Залезай быстро, шевелись. Стой! Скажи-ка, ты не видел человека, раненого в ногу? Нет, не видел. Ты уверен? Да нету там ничего. Такая вонь оттуда. Пойдем поищем его в другом месте. Да, воняет ужасно. Пошли. Вылезай. Осторожно. Кто это? Его можно доверять? Это свой. Это Ли Хансун. Вы готовы? Лодка готова. Залезай в лодку. Вот тебе адрес. Там живет твой отец. Давай, полезай быстрее. Давай, давай. Удачи. На какое-то время мы их остановили. Вы молодцы. Однако, мистер Таньин, вы говорите про Ли Хансуна? Не волнуйтесь, мы его поймаем. Лю Ченг? Да, мистер Янг. Мы наградим тебя за твои старания позже. А пока что... Я понимаю, вы имеете в виду Чоу Чучи. Верно. Он ведь твой двоюродный брат. Что скажешь? Хозяин, не волнуйтесь. Для меня главное деньги. Я на все готов ради денег. Извините, босс, я видел, как Ли сел на лодку, которая направилась на север. На север? Он поехал на встречу с Чоу. Нам тоже лучше отправиться туда. Пора их остановить.
Друг, извини. Не поможешь? Не знаешь, где это? Может, покажешь? Тебе нужен этот адрес? Это 18-й дом, вон там. Спасибо. Что вам нужно? Скажите, Ли Чен Вин здесь живет? Простите, я такого не знаю. Вы ошиблись адресом. Подождите. Отец! Отец! Он проснулся! Он пришел в себя. Ну-ка, посмотрим. Где это я? Вы в моем доме. Вы не в тюрьме. Ван Йо, не шути над ним. Мистер, она у нас немного избалованная. Простите ее, она это не со зла. Вы 2 дня пролежали без сознания. Где вас ранили? Вы можете говорить об этом? У вас хватит сил? Я подрался, и меня ранили в ногу. Но я почти ничего не помню. Вы подрались, но ничего не помните. Я хочу поблагодарить вас за то, что спасли меня. Спасибо вам, госпожа. Ты не местный, да? Я Ли Хан Сун. Ты Ли Хан Сун? Ван Йо, лекарство готово? Принеси его. Скажи-ка, а ты не слышал о человеке по имени Ли Чен Вин? Это мой отец. Что ж, значит, мы с тобой на одной стороне. О чем это вы? Меня зовут Чоу Чу Чи. Наши отцы работали вместе. Я помню, как несколько лет назад был один китаец, который работал на японцев, и он привел их сюда. Это было ужасно. Но где же он? Oh.
Простите, мистер Ли, я опоздал. Ничего, у нас нет времени. Японцы вышли на нас, нужно спешить. Возьми эту записку. Это он, пошли. Подождите. Пошли. Я пытался спасти твоего отца, но их было слишком много. Я ничего не мог поделать. А кто их привел? Я слышал, его зовут Чен Хуа. Он работает на японцев. Я его найду, я разберусь с ним. Спокойно, парень. Тебе еще нельзя двигаться. Пока не выздоровеешь, лучше поживи здесь. Спасибо вам, люди. Спасибо большое. Устраивайся как дома. Отдыхай. И не волнуйся ни о чем. Ты наша родня. Спасибо вам. Пойдем, дорогая. Давайте, давайте, делаем ставки. Чем больше поставите, тем больше можете выиграть. Где пустая карта? Я мешаю их вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Где пустая? Делаем ставки. Где пустая карта? Вот она. Вы все проиграли, а он выиграл. Вот так, дамы и господа. Смотрите, как это просто. Давайте еще раз. Где у нас пустая карта? Ну-ка посмотрим. Снова пустая. Он снова выиграл. Вы проиграли. Извините, мадам. Ну, давайте в третий раз. Ставим ваши денежки. Я мешаю карты. Переворачиваем. И снова пустая карта. Везет же некоторым. Выиграл опять. Делаем ставки. И снова пустая. Он выиграл. Вы все проиграли, а молодой человек выиграл. Эй, не так быстро. А ну стой. Чего тебе надо? Как ты смеешь мухлевать? Отдай мои деньги. С чего это вдруг? Я их честно выиграл.
Ты что-то путаешь. Не ври, я видел, как ты мухлюешь. Ну-ка, дай сюда. Эй, смотри, полиция! Ах ты, ублюдок, обманул меня. Да, мистер. Что вам угодно? Тарелку лапши. Эй, есть новости для меня? Я слышал, что Йен Гва вернулся с юга. Вам с курицей или с грибами? Мне с говядиной. Лапшу с говядиной. Хочешь поесть? Давай зайдем, возьмем лапши. Давай. Садитесь. Ублюдок, убью тебя. Попробуй лапшички. Простите, простите. Давно тебя не было. Как дела? Есть новости? Я с тобой разговариваю. Что с тобой? Сестра, я слышал, что Йен Гва и его люди вернулись с юга. Но я их пока что не видел. Правда? Это вполне возможно. Тебе с каждым днем все лучше. Да, и все благодаря вам. Моей жене плохо. Это иногда бывает с ней. Но ничего серьезного в этом нет. Это у нее уже давно. А почему не позовете врача? Врач ей не поможет, даже если бы он и пришел. Лишь звуки лютни могут помочь ей успокоить ее нервы. Ван Йо помогает ей, когда случаются приступы.
Она заснула. Хозяин, плохие новости. Японцы здесь. Ты уверен? Да. Они приехали пару дней назад. Вы не слышали? Черт побери. Они теперь повсюду. Надо что-то с этим делать. Хозяин, что там такое? Смотрите. Хозяин, тут опасно, нам лучше уйти. Нет, ни за что. Идем. А это что у нас тут? Вы скажете нам, где Ли Хансун? Черт бы тебя побрал. Быстро обыскать все. Открывайте. Открывайте дверь. Говори, где Ли Хансун? Я не знаю. Не знаешь? Муха. Куда они так спешат? Что-то случилось. Ли Хансун, я думаю, тебе лучше пожить у нас еще несколько дней. Да, тебе нужно поправляться. Отдыхай. Мне нужно найти моих друзей. Но твоя рана еще не зажила. Ты можешь ходить нормально? Я уже в порядке. Спасибо вам за заботу. Спасибо, что выходили меня. Я к вам еще загляну как-нибудь. Ван Йо, будь хорошей девочкой, проводи нашего гостя. Я его провожу. Кто вы такие? Что вам тут нужно? Мы пришли арестовать этого мятежника. Хансун, уходи скорее. Никто отсюда не уйдет. Взять его.
Быстро, убегайте отсюда, скорее. Давайте. Идем скорее. Вот сюда. Давайте. Как в воду канули. Наверное, они вон туда пошли. Ничего, мы их найдем. Пошли. Что теперь, отец? Что нам делать? Мы пойдем в дом к дяде Лю. А как же Хансун? С ним все будет в порядке, а нам нужно спрятаться. Потом мы с ним свяжемся. Постой, мы с тобой на одной стороне, друг мой. Вон они. Давай покажем им. Спасибо, ты спас меня. Да не за что. Ты, похоже, сильно ранен. Тебе вообще-то надо бы к врачу. Кто ты? Скажешь мне? Хочешь знать мое имя? Я понятия не имею, кто ты, так почему я должен говорить тебе, кто я? Я Ли Хансун. Ли Хансун? Хорошее имя. Ты побудь здесь, а я пойду найду для тебя доктора. До встречи, друг. Открывай, открывай дверь, быстро. Это я, твой двоюродный брат. А, это ты, братец. Давно не виделись, как ты? Проходите, проходите. Прошу вас, проходите. Садись, братец. Спасибо. Что там происходит? Плохо дело. Нас преследуют. Можно мы пересидим у тебя? Конечно, можно. Мы же семья. Я же тебе говорил. Тебе всегда рады в этом доме. Можешь приходить в любое время, и ни о чем не волнуйся. Дом большой, а я тут живу один. Спасибо вам. Простите за беспокойство, вы так добры. Да что вы, что вы, я всегда рад помочь. Братец, это твоя дочь Ван Йо? Да. Ван Йо, поздоровайся с дядей.
Здравствуйте. Братец. Да. Ты можешь найти кое-кого? Кого? Человека по имени Ли Хансун. Это сын Ли Ченвина. Сын Ли? Я думал, японцы его убили. Ему единственному удалось сбежать. Потом он уехал на юг. А теперь он вернулся. Сегодня мы попали в драку и потеряли его. Не волнуйся, я его найду. Идиоты! Даже с одним человеком не можете справиться. Что с вами? Вы вообще способны на что-нибудь? Но он эксперт по кунг-фу. Что? Какой он эксперт? Вы помните, во что он был одет? Во всякое тряпье. И у него была такая плоская шляпа. Как будто попрошайка какой-то. Господин Чаньи, вы его знаете? Я дрался с ним раньше. Будьте осторожны. Если увидите его, сообщите мне. Я хочу лично разобраться с ним. Кто вам нужен? Мистер Лю Хан Му дома? Нет. Эй, я только что приехал с юга. Мне нужно срочно увидеть его. Передайте ему, что я пришел. Я же сказал, его нет дома. Я Ли Хан Сун. Говорю вам, здесь его нет. А где он? Японцы хотели арестовать его. Он ведь участник сопротивления. А он не сказал, куда подался? Нет, не сказал. Вернитесь. Райский сад. Добро пожаловать. В чем дело? В чем дело? Скажи мне. Я только что убил несколько японцев. Теперь за мной охотятся. Быстрее уходи. Да. Right.
Кто вы? Что вам нужно? Спокойно, мадам. Здесь только что был мой друг. Ваш друг? Тогда вы знаете, как его зовут. Иди к черту. Ты предатель. Ты работаешь на японцев. Что? Я ничего тебе не расскажу о своих товарищах. Тебе придется убить меня. Да успокойтесь вы. Простите. Ладно, не притворяйся. Вы что-то путаете. Мы на одной стороне. Я сын Ли Ченвина. Меня зовут Ли Хансун. Что? Так это ты? Ты Ли Хансун? Приятно познакомиться. Извини меня. Что у вас с ногой? Ее мне отрубил Янг Ва. Он работает на японцев. Он убил много народу. Однажды, очень давно, я тогда была совсем маленькая, я должна была встретить своего отца. Папа, прости, я опоздала. Слушай меня, доченька. Эта записка очень важна. Отнеси ее по адресу. Не волнуйся, я ее отнесу. Доченька, будь осторожна. Говори, где штаб заговорщиков? А, старик? Лучше говори правду. А не то твоя дочь ответит. Замолчи. Попробуй нас убить. Ах ты, маленькая сучка. Я тебя научу манерам. Пусть отведает меча. Отрубите ей ногу. Хорошо, хорошо, я все расскажу, только не делайте этого. Я все расскажу, только ничего не делайте моей дочери. Отец, не говори им, я скорее умру, чем мы расскажем им. Ну хорошо, отруби ей ногу. Ах вы сволочи. Отец. 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 Сестра. Сестра. Кто это сделал? Скажи мне. С тех пор мы с братом продолжаем дело борьбы за свободу, как можем. И твой брат? Как его зовут? Он только что убежал через окно. Он бродяга. Это он меня спас. Но я его не успел поблагодарить. Здесь для вас очень опасно. Я не боюсь. Я никогда не сдамся японцам. Я знаю, что они вернулись с юга. Они заплатят за все. Я их всех отправлю на тот свет. Лю Ченг, ты как раз вовремя. Семья Чоу исчезла. Похоже, они все сбежали.
Найди их. Господин Йен, я поэтому и пришел. Я не могу позволить, чтобы семья Чоу сбежала. Лю Ченг, тогда избавься от них. Господин Йен, нужно иметь терпение. Чоу нам еще пригодится. Он нас приведет кое-кому еще. Тогда мы возьмем их всех. Про кого ты говоришь? Про сына Ли Ченвина. Его зовут Ли Хансун. Я хочу поймать его. Ты умен, Лю Ченг. Если наша операция завершится успехом, я тебя награжу. Можешь быть уверен в этом. Спасибо вам, господин Йен. Простите меня. Смотреть надо, куда идешь. Мои очки. Давай поговорим как культурные люди. Зачем ты толкаешься? А зачем ты следишь за мной? Нет, ты меня не так понял. Я лишь хотел поговорить с тобой. О чем? Ты же не местный? Нет, но я живу здесь. Не пытайся меня обмануть. Я по твоему акценту слышу, что ты с юга. Стой! Кажется, я тебя помню. Ты часом не сын Ли Ченвина? Нет. Погоди, тебя ищут? Кто меня ищет? Чоу Чучи и его дочь. Что? А где они? Пойдем со мной. Идем. Вот, выпей. Спасибо. Тетя Чен, за ваше здоровье. Как твоя нога? Она тут переживала за тебя. Ну что, я нашел Ли Хансуна, как ты просил. Как ты меня отблагодаришь за это? Это не предмет для шуток. Нам надо поговорить. Сначала нам нужно связаться с нашими друзьями. Ты прав, Хансун прав. Нужно немедленно связаться с нашими товарищами. Отец, какой ужас. Скорей сюда. Что случилось? Моя мама заболела. Ван Йо, скорее принеси свою лютню. Отец, я ее не взяла с собой. Она осталась дома. Что же делать? Ей нужна музыка. Давайте я схожу за доктором. Не поможет. Ей может помочь только музыка. Я знаю одну девушку, которая прекрасно играет на лютне.
Может быть, она нам сможет помочь. Ее зовут Хай Чи. Хорошо. Попроси ее, чтобы она пришла. Сейчас. Это ты. Ты меня напугал. Мисс Хай Чи, жена дяди Чоу заболела. Ей нужна музыка. Музыка? Музыка может исцелить ее? У нее психическая болезнь. Лишь музыка способна ей помочь. Правда? Тогда я помогу. Я пойду с тобой. Подожди. Я кое-что забыла. Тебя хочет увидеть один человек. Где он? Вот его адрес. Иди к нему, а я пойду к дяде Чоу. Хорошо. Встретимся позже. Ты все еще жива? Где твой брат? Ладно, взять ее. Здесь живет господин Лю? Да. А вы мисс Хай Чи? Я ее сестра. Она не смогла прийти и послала меня вместо себя. Я с радостью сыграю для вас. О, спасибо. Прошу за мной. Проходите. Сюда. Вот. Манью, это сестра Хай Чи. Это моя дочь. Прошу вас, садитесь.
Отец! Кто ты такая? Отец! Она, наверное, работает на японцев. Спасайся! Дядя Чоу. Дядя Чоу. Дядя Чоу. Ван Йо. Ван Йо. Тетя. Тетя. Будьте вы прокляты! Хайчи! 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 Приди в себя! Хайчи! Хайчи! Приди в себя. Ченгва ищет их. Иди в храм. Хайчи. Хайчи. Мой брат, бродяга. Найди его. Он тебе поможет. Найди его. Хайчи. Хайчи. Куда ты собрался? Я отомщу. Я отомщу. Думаешь, один с ними справится? Конечно, мне плевать. Я отомщу им. Я не боюсь смерти. Успокойся. У тебя истерика. В таком состоянии от тебя нет толку. Я больше не могу терпеть. Сначала отец, теперь сестра. Хорошо. Я свяжусь с нашими людьми. Жди меня здесь. Только не делай глупостей, понял? Жди, пока я не вернусь.
Я пошел. Я тебя ждал. Отойдите в сторонку, я сам с ним разберусь. Наверное, все-таки пошел один. Но почему же он меня не послушал?
глупец. Они его убили. Будьте вы все прокляты. Нондо. Да. Ты много народу убил в свое время. Так ведь? Да. Ты неплохо поработал. Покажи мне свое оружие. Ченгва. Да. Я думаю, я сам займусь этим делом. Оставьте это мне. Вы со мной согласны? Конечно, вы правы. Не волнуйся. Мы за тебя отомстим. Нам тебя очень жаль. Мы все на твоей стороне. Ваньё. Ваньё. Ваньё, что ты тут делаешь? Дело в том, что два дня назад она принесла нам список. Ваньё, не расстраивайся. Твой отец был хорошим человеком. Он умер с честью, и мы его не забудем. Мы выгоним японцев. Месть! Месть! Смерть японцам! Смерть японцам! Смерть! За мной. Ah!
Идите, найдите Чо Ван Йо и Ли Хан Суна. Да. Ты знаешь, где Чо и Ли? Говори. Я не знаю. Не знаю. Не знаешь? Где Ли Хан Сун? Знаешь его? Знаешь Ли Хан Суна? Ты местный? Да, да. Ты знаешь Ли Хан Суна и Чоу Ван Йо? Нет, не знаю. Все еще не знаешь? Ты вернулась? Как там дела? Нас ищут повсюду. Нужно идти и сразиться с ними. Мы избавимся от Чен Йи и Ян Ва. Пошли, нельзя медлить, а то они найдут нас. Вы все никудышные идиоты, никакого толку от вас нет. Господин Чен Йи, мы их везде искали, но они исчезли. Что за глупости? Они что, растворились, что ли, по-вашему? Господин Чен Йи, Ли Хан Сун не станет прятаться. Я убежден в этом. Не волнуйтесь. Проблем от них не будет. Через несколько дней приходит корабль из Японии. Там будет подкрепление. А до тех пор нужно отправиться по деревням и собрать с них подать. Здорово придумали. Да что же это такое? Последние у нас отбирают. Может, еще руки нам отрежут? Это просто ужасно. Платить этим японцам. Что такое? Ужасные новости. Правительство издало новый указ. Что там? Они собирают подать для отправки в Японию. Народу будет не на что жить. Ты уверена? Да. Они будут собирать подать завтра.
Мы их остановим. Стой! Довольно. Не бей меня больше. Где Чанги? Он в храме. Thank you.
Конец. Перевод Алексея Яковлева. On the planet Arcturus, he's the toughest cop around. That's a Kruger blaster, most powerful hack in the universe. That's right, fat boy. What do you want, asshole? Nothing. You're just gonna walk away? He's 13 inches tall. Shit!
13 inches with an attitude. For 66 years, evil has been waiting, watching, wanting for someone to play with its toys. Toys. Someone's inside the toys. What do you want? I'll be born in a human body, flesh and blood. Demonic toys. Playtime has begun. Mm-hmm.